Друзья, всем привет! Хочу вам показать свою новую работу. Это зажим для денег. Я для него выполнил такой специальный чехол. Интересно ваше мнение. Как вы считаете, для зажимчиков мне нравится на самом деле этот вариант. Хочу в дальнейшем использовать. Сюда вот вложим такой зажимчик. Особенность его — это монетница. Очень широкая монетница. Сюда поместится очень много монет. В середине несколько отделов под карточки. Сам зажим для купюр. В общем, вот такой вот интересный вариант. С гравировкой герба. Это кожа растительного дубления, специально окрашена. Чуть-чуть края я так затонировал. Полностью ручная работа. Если вам понравилось, пишите. Я буду очень рад повторить данное изделие. Ручной работы, очень будет долго служить своему владельцу, так как здесь и сидельный шов, который практически никогда не расходится. Кожа достаточно качественная, полностью ручной окрас, ручной шов, ручная обработка кожи. Вот такая вот вещица. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Если понравилось, ставьте лайк. Буду очень рада. До новых встреч.